Меня зовут Вячеслав Герасимов, я артист питерского цирка, работаю с холодным оружием и с огнем. В каждом человеке присутствует ощущение и желание всегда и что-то когда-то удивлять. Во мне, наверное, этого в детстве было слишком много, и мне хотелось совершенствоваться и быть чем-то тем, что отличает меня от многих. Ну, наверное, это единственный способ себя реализовать. Я пошел в цирк. Цирк – это очень интересная штука сама по себе. И в нем заложена способность человека постоянно быть лучше завтра, чем сегодня. Это мобилизирует, создает какую-то внутреннюю организацию, где человек постоянно стремится к чему-то все более высокому и высокому. Это очень интересно. А так как во мне было много адреналина, я выбрал именно направление, связанное с экстримом. Это холодное оружие. Я занимался в свое время метанием ножей, и у меня это получалось очень хорошо, что развивало мою мелкую моторику и координацию. Это давало мне преимущество именно в этом жанре. Я очень быстро это освоил и был технически виртуозен. Я обметывал девочку. Впоследствии мы работали очень долгое время с китайским цирком. И тема ушу и восточных единоборств, связанные именно с кунг-фу, тайчи, цигуном, тоже засела во мне. И постепенно-постепенно вылилась, так сказать, в очень интересные механизмы, которые я реализовал уже в шоу, связанном с холодным оружием. И я освоил технику владения мечей катана. Виртуозно владея ими, да, я выступал с ними на аренах многих цирков. Это было очень интересно. Даже сами японцы говорили о том, что этим владею максимально совершенствую. При этом вношу свою так называемую европейскую изюминку. В конечном итоге огонь – это тоже максимальный экстрим, который, не каждый человек может, так сказать, обладать ими, владеть им. И мне казалось, что это тоже определенная часть направления, в котором я мог бы себя совершенствовать. Почему? Потому что огонь, он настолько непредсказуем, настолько он интересен, настолько он органично связан с человеком. И всю жизнь, из поколения в поколение, люди всегда боготворили огонь. А я с ним подружился настолько, насколько можно подружиться с огнем. Мы стали работать в тандеме. И это, честно говоря, каждый раз, когда я с ним работаю, это вносит определенный эпатаж, да, и вызывает кучу массных ощущений. И выброс, конечно же, адреналина. Тем не менее, здесь требуется максимально холодный расчет, техника и обязательно четкое понимание того, что огонь – это очень опасно, это очень экстремально, это очень интересно и в то же время очень смотрибельно. Если вы хотите чем-то заниматься, всегда следите за тем, насколько это перспективно, интеллектуально, духовно и самоорганизовано. Вот посмотрите, любая вещь, если через 2-3 года она вам не понадобится, не стоит этим заниматься. И если она вас не будет делать лучше, сильнее и мудрее, это тоже надо отводить на второй план. Поэтому есть определенные вещи, даже то, чем, например, занимаюсь я. Это то, что я занимаюсь уже больше 25 лет и предел совершенства этому нет. Я чувствую себя все лучше и лучше, качественнее и качественнее, и техничнее. И при этом самое, что интересное, что это наполняет мою жизнь и наполнять будет вашу, если вы будете заниматься теми вещами, которые именно совершенствуют вас и совершенствуют окружение вокруг вас. Рожденный в Молдове.